Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. Хочу представить вам беспроводной пылесос Bosch из новой серии Атлет. Это ручная модель, предназначена для людей, привыкших поддерживать безупречную чистоту в доме. Пылесос невероятно удобен для ежедневной оперативной уборки любой сложности. Главное его достоинство – легкость в использовании. Не нужно разматывать провода, искать розетку, тянуть за собой огромный корпус. Этот малыш весит всего 3 килограмма. А для большего удобства он снабжен подвесным ремнем. Закинул на плечо и вперед. Легко и практично. Управлять этим пылесосом тоже удобно. Здесь предусмотрено 3 уровня мощности, включая турборежим. Регулировка находится на ручке. Никаких лишних наклонов. Объем контейнера для мусора у этой модели 0,9 литров, что существенно больше, чем у большинства конкурентов. Хватит на несколько уборок. Когда придет время очистить контейнер, пылесос сам сообщит об этом с помощью индикатора на корпусе. Он загорится красным. А дальше все проще простого. Контейнер отстегивается нажатием пары кнопок и легко моется. Эта модель работает от литий-ионного аккумулятора. Полного заряда батареи хватит на час работы. Вполне достаточно для уборки 2- или 3-комнатной квартиры, согласитесь. Да вряд ли кто-то захочет тратить больше времени на сбор пыли. Бытует мнение, что ручной пылесос не заменит традиционный проводной, мол, мощность не та. Но Bosch Атлет не уступает обыкновенному пылесосу по мощности. Тут она 2400 Вт. Серьезный показатель для беспроводного экземпляра. Еще один огромный плюс этого чуда техники – электрощетка. Ее особенность в том, что она совершает до 5000 оборотов в минуту и буквально вычесывает из ковров пыль, волосы и шерсть. Без нее не обойтись владельцам собак и кошек, а любители дополнительных аксессуаров оценят входящие в комплект насадки для чистки мягкой мебели и щелевую. Они позволяют привести в порядок не только пол, но и диваны, кресла и салон автомобиля. Подведем итог. Пылесос Bosch из новой серии Атлет – отличный выбор для любой квартиры и подойдет тем, кто предпочитает простые, но в то же время качественные и технологичные приборы. На этом я с вами прощаюсь и надеюсь, этот обзор был вам полезен. МВидео. Нам не все равно.